Учебный центр на колесах в Семее заработал мобильный центр подготовки и переподготовки кадров. Его задача – обеспечить условия для обучения жителей отдаленных сел самым разным специальностям. Проект реализуется по программе «Продуктивная занятость и развитие массового предпринимательства». Примечательно, что подобная форма обучения в республике проводится впервые. Учебную площадку обустроили на автомобиле КАМАЗ. Здесь имеется лекционный зал, комната отдыха для преподавателей. Мобильный центр оснащен необходимыми учебными принадлежностями. Предусмотрено также автономное отопление и электроосвещение. Планируется, что в течение первого месяца работы центр посетит 3 сельских округа в самом отдаленном районе Восточного Казахстана – Абралэм. Организаторы проекта намерены обучить там 30 сельских жителей. Преимущество этого мобильного центра заключается в первую очередь в том, что он имеет возможность одновременно проводить обучение сразу в 2 сельских округах. Например, оставив прицеп в одном селе, автомобиль может переместиться в другой населенный пункт. Для участников проекта обучение совершенно бесплатно, а более того, им будет еще выплачиваться стипендия в размере 16 759 тенге. Это было совсем нелегко организовать. Передвижные обучающие курсы. Но мы очень рады, что такую задумку все-таки удалось реализовать. Думаем, на следующий год подобные мобильные центры появятся уже при Аягосском политехническом колледже и электротехническом колледже. Таким образом, мы сможем охватить обучением сразу 2 отдаленных района Восточно-Казахстанской области.